Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 12 декабря. По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают День Дождь Бога и Марены. По народному месяцу слову Парамон. В этот день христиане чтут память святого Парамона, жил при римском императоре Декии, 3 век. В народном календаре Парамонов день в ряду зимоуказательных числился, и главной приметой дня был снег, который ждали все с большим нетерпением. И до Парамона, конечно, мело досыпало, но не тот снежок, что метет, а тот, что с неба идет. И чем больше его на замерзшую землю просыплется, тем теплее ей будет зиму коротать. Всем известно, земля без снегу не быть хлебу. А если поле зимой гладко, то в сусеке будет сладко. Судя по всему, редко Парамон ожидания людей обманывал. Недаром же его называли в народе «Парамон, задуй полы, заснежи долы». Бывало, выпадали года, когда под тяжестью снега не только ветви деревьев ломались, но и крыши крестьянских домов прогибались и рушились, будто оправдывая сложенную когда-то поговорку «Снег на все ложится, никого не боится». Так что пришел Парамон, снег с крыши вон, и не абы как, а только с помощью метлы или веника, иначе не зимой, так под весенними дождиками крыша непременно прохудится. Кстати, веник в крестьянском доме был непростым предметом домашнего обихода. Под ним, говорят, сам домовой любил часок-другой вздремнуть. В сухих банных вениках банники обитали, а в старом помеле нечистые прятались. Так что был веник не так прост, каким на первый взгляд казался, поэтому обращались с ним аккуратно и осторожно, чтобы ненароком не навлечь неприятностей на себя и свое семейство. К венику на Руси всегда относились с большим почтением, приписывали ему особые свойства. Например, мести в одной избе разными вениками было не положено. Считалось, что в этом случае богатство разойдется по углам. Народ считал, что в этот день Парамон, одетый в медвежью шубу, стучит с утра по крышам, велит бабам вставать, печь топить и обед готовить. А за печью, согласно поверьям, живет добрый хозяйственный дух Воструха, дальний родственник домового. Свое имя он получил за то, что остро, внимательно, то есть, следит за всем, что происходит в доме. Верили, что там, где живет этот домашний дух, никогда и ничего не пропадет, ведь от Вострухи ни один вор не скроется. Но не только за хозяйским имуществом следил Воструха. Он присматривал и за молодыми девушками, охраняя их красоту и здоровье. А где не жил Воструха, там жили запечник или запечница, озорные духи, любящие подсмеяться над человеком. Но большого вреда они не могли нанести, разве что разбитая посуда да потерявшаяся вещь, вот и все неприятности. Помогали крестьянам и вяшки. Согласно поверьям, они были очень маленькие, самый большой величиной с воробья, а остальные чуть ли не меньше мухи. Вяшки работали ночью, поправляли солому на крыше, плотнее конопатили стены. Летом присматривали за каждой травинкой в огороде. Поэтому, если ночью слышался шорох или треск, крестьяне знали, это трудятся маленькие, неутомимые духи. Но пока хозяйки домашними делами занимались, а духи своими, незамужние девушки выходили с самого утра на улицу, чтобы разрумянить щеки и нос. Верили, что ту, у которой будет самый яркий румянец, вскоре просватает хороший парень. Румяные щеки на Руси издревле считались признаком хорошего здоровья, поэтому раскрасневшиеся от мороза девушки старались в этот день попасться на глаза не только потенциальному жениху, но и его родителям. Те должны были оценить красоту и здоровье будущей снохи. Кстати, дух Воструха
присматривая за молодыми девушками, охранял не только их красоту и здоровье, но и непорочность. А такое качество считалось главным достоянием рода еще с давних времен, когда жили по конам предками нам заповеданными. Берегите чистоту свою, девицы, и Макош вам в помощь. На Парамона народ предсказывал погоду на весь декабрь, а потому примечал: если на Парамона утро красное, быть всему декабрю ясным. А коли Парамон со снегом пришел, жди метелей до 19 декабря. День выдался тихим и безветренным, готовьтесь к наступлению сильных морозов. Багряная заря с 12 на 13 декабря сильные ветры предсказывала. А еще говаривали: много снега, много хлеба, вода разольется, сено наберется. Снег земле кормилицы, теплая шуба. А по одному из древних календарей славяне в этот период отмечают день дождь бога и Марены. В это время отдается дань уважения уходящему солнцу, когда через один цикл луны 25 декабря оно должно народиться вновь. Именно к этому периоду, к успокоению природы и наступлению зимних холодов, приурочено празднование Дня Дождь Бога и Марены. Дождь Бог Тарх Перунович, бог-хранитель древней великой мудрости, был назван Дождь Богом, дающим Богом, за то, что дал людям великой расы и потомкам рода небесного священные древние веды, заповеди и наставления. Дождь Бога очень часто называют многомудрым сыном бога Перуна, внуком бога Сварога. Тарх Перунович является богом-покровителем чертога расы в Осворожьем круге. Дождь Бог – податель всяческих благ, счастья и благополучия. Тарха Дождь Бога прославляли в священных и народных песнопениях и гимнах не только за счастливую и достойную жизнь родов расы великой, а также за избавление от сил темного мира. Тарх не позволил победить темным силам из пекельного мира, которых собрали Кощей на ближайшей луне Лели, чтобы захватить Мидгард-землю. Так раньше называлась наша земля. Дождь Бог уничтожил луну вместе со всеми темными силами, которые на ней находились. В память об этом событии появился своеобразный обряд с глубоким смыслом, совершаемый всеми православными людьми, а не только староверами, в каждое лето на великий весенний славяно-арийский праздник Пасхет. Крашеные яйца ударяют друг от друга, проверяя, чье яйцо крепче. Разбитое яйцо называли яйцом Кощеев, то есть разрушенной луной Лелей, а целое яйцо называли силой Дождь Бога. Богиня Марена, Мара, великая богиня зимы, ночи, вечного сна и вечной жизни. Марена Свароговна – одна из трех нареченных сестер многомудрого бога Перуна. Она является покровительницей чертога лисы в Осворожьем круге. Очень часто ее называют богиней смерти, прекращающей земную жизнь человека в явном мире. Но это не совсем верно. Богиня Марена не прекращает человеческую жизнь, а дает людям расы вечную жизнь в мире славе. Считается, что великая богиня Марена имеет на крайнем севере Мидгард-земли ледяные чертоги, в которых она любит отдыхать после странствий по Сварге Пречистой. Когда богиня Марена приходит на Мидгард-землю, вся природа засыпает, уходит на покой, погружаясь в долгий трехмесячный сон. А когда Марена Свароговна уходит в свои ледяные чертоги, на второй день после дня весеннего равноденствия происходит пробуждение природы и разнообразной жизни. В честь проводов богини Марены на север ежегодно отмечается праздник Красногор, День Масленицы, называемый также проводами богини зимы, современное название – проводы русской зимы. Но богиня Марена, кроме наблюдения за отдыхом природы на Мидгард-земле, когда мать природа набирает живительные силы для весеннего пробуждения и жизни растений и животного мира, наблюдает еще и за жизнью людей.
А когда приходит время людям из родов расы великой отправляться в долгую дорогу по золотому пути, богиня Марена каждому умершему человеку дает наставления в соответствии с его земной духовной и мирской жизнью, а также в соответствии с полученным созидательным опытом. В каком направлении ему продолжать свой посмертный путь? В мир Нави или в мир Слави? Слава богам и предкам нашим! Братья-месяцы.